noite. No vídeo. Ой, мы со Скай тоже очень-очень любим. Давайте решим сделать несколько экспериментов. Не боитесь? Нет. Тогда вот скажите, а что нужно настоящим химикам для экспериментов? Химия. Химия? Ну, она у нас в голове. А еще что нужно? Такой прибор, который делает маленькие капельки в эликсире. Маленькие капельки в эликсире? Нет, на самом деле, ребят, вот что на мне одето? Хорошо? А еще на дворе
тут настоящий. Тебя похлопали! И наши желания еще раз! Ну а теперь, ребята, мы будем делать следующий эксперимент. Можно я? Нет, только сам послушай. Я предлагаю сейчас налить целый стакан воды и вылить скайдайдеру! Пойдем! Как зовут тебя? Була, раз тебе жалко Скай, сейчас мы эту воду будем выливать на голову тебе! Ребята, так что всем нужно сесть. Всем будет видно, не переживайте вы. Рассаживайтесь, ребята. Ну, правда, правда. Потому что мы со Скай любим послушать ребят. И выбираем только тех, кто сидит на своих местах. Ну а теперь, тебе нужно будет вот высыпать весь порошочек в мой стаканчик. Давай в ложечку тогда. Все правильно, то эта вода тебе не вылится на голову. Давай сейчас на счет три выливай стаканчик. Считаем. Раз, два, три! Скорей, скорей! Смотри, как все там колышется! Була, сколько тебе лет? Есть вещество, температура которого минус 196 Лиза, градусов. Лиза. Называется оно жидкий азот, ребята. Оно очень-очень опасное. И даже без перчаток с ним работать ни в коем случае, ребята, нельзя. Поэтому никого мы вызывать сейчас не будем. А будем только внимательно смотреть нашими глазками. И это очень-очень опасно. Ребята, даже надо всем занять свои места. Вот если туда руку опустить, можно остаться без нее. Поэтому будем очень внимательны, ребята. Ну, а мы с вами начнем самый вкусный из экспериментов. Ребята, любите попкорн? Да. А вы когда-нибудь пробовали замороженный попкорн? Да. Да? Нельзя. Все рассаживаемся на места, иначе мы с Машем на вас обидимся и уйдем. Ну-ка, быстренько, девчонки, занимайте места, чтобы вам было хорошо видно. Добавляем попкорн. Хорошенько его размешиваем. Ну что, Маша, будешь пробовать? Ой, страшно, ребята. Ну что, давай, Маша. Ой, смотрите, Маша настоящий дракон. Когда идет пар. Вы хотите тоже попробовать? Я хочу! Ребята, сейчас Маша сам к вам придет, а вы ни в коем случае глубоко руку не засовывайте, а только сверху вот так берем, немножечко, 2 или 3 штучки, и сразу же в рот. Сразу в рот, Маша. Молодец! И можно подумать, и видите, как настоящие драконы. Сейчас все Машу попробуют.
Даже родители больно так любят. Попробуй. Когда еще заморочили только на Вначале давайте посмотрим, что же с ней станет.
все всякое бывает в жизни. Присаживайся, давайте все равно похлопаем в ладошки. Еще раз попробуем. Ну давай, вставай. Есть очень много воздуха. Набрать. Давай, я тебе даже помогу. Ну а вы помните, что мы думали, что мы делали подумать с нашей змеей, с жирафиком и собачкой? Я уже подсказала вам. Да. Очень сильно дули, конечно. И сейчас, когда я на маршала буду пить азот, на него потом нужно будет очень сильно дуть. Ну а, ребята, маршал к вам подойдет сам, а вы оставайтесь на своих местах. Садитесь все на стульчики. Я боюсь. Ну что, маршал, ты боишься? Давайте ему похлопаем, чтобы он не боялся. И на счет три. Все входим. Девчонки, мальчики, все входим. Подальше, 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 подальше. Итак, считаем. Ну, у нас с Маршалом тоже есть превращение красочки, только они совсем необычные. Вот это какой цвет, ребята? Белый. Это прозрачный, конечно. А вот это какой цвет? Голубой. Нет, это бутылочка голубая, а там на самом деле тоже прозрачный. Что будет, если смешать прозрачный и прозрачный? Какой цвет? Прозрачный, конечно. Необычные собаки. Понадобятся две самых смелых девочки. Я. Ина, пойдем вместе со мной. Я. Вот пойдем вместе. А ты оставайся на своем месте. У нас пока девчонки выходят. Девчонки, пойдемте сюда. Итак, у вас в стаканчиках уже налито два прозрачных цвета. Машуня, садись на стульчик свой. Я проводу. Да. Девчоночки, а вы вставайте. У вас уже есть два стаканчика цвета. Только пить их ни в коем случае нельзя. Давай, вставай сюда. На счет три вам, девчонки, нужно будет водичку из ваших стаканчиков вылить в один общий стакан. А мы посмотрим, какой же цвет получится. А какие у вас любимые цвета, девчонки? У меня красный. Я черный. Да, ну посмотрим, смогут ли девчонки наколдовать свои любимые цвета. Считаем. Раз, два, три. Такой желтенький, да? Что будет, если смешать желтенький и прозрачный? Какой я цвет? Розовый. Розовый думаешь опять? Да. Не знаю. Давайте, мальчишки, Саша и Михаил. Как зовут тебя? Как зовут? Тимур. Все, Саша и Тимур у нас будут. Давай, Дима, присаживайся на свой стульчик. Дима, присаживайся на свой стульчик.
детстве слышать розовый и синий? Димон. Какой цвет? Фиолетовый. Фиолетовый? Давайте проверим. Точно! Угадали. Ребята, а любите ли вы ходить в баню? Да. А в бане много чего? Нет. Вы хотите увидеть? Да. А чтобы получились мыльные пузыри, что нужно? Мыло. Мыло какое-то. У нас с Машелом есть пыль для этого. Добавляем, конечно, немножко водички. Тщательно размешиваем. Ну а еще есть у нас такое красивое ожерелье. И Маша мне говорит, что в нем можно ходить на дискотеку. Это очень красиво. Правильно он говорит? Нет. Маша, обманывает меня, значит? Да. Нет, ты. Ну ладно, тогда попробуем с помощью этого ожерелья собрать супер-мега-гипер-установку. Для этого заправим ее жидким азотом. И будут получаться, ребята, у нас дымные мыльные пузыри. Давайте договоримся, что в каждом мы подарим один пузырь. А у других воровать пузыри не будем. Мы всех обойдем, ребята, и всем дадим пузырь поймать. Договорились? Да. Дима, лови пузырь, мальчишки. Ходите еще раз! Ура!
один человек. Кто-нибудь хочет попробовать рискнуть? Пойдемте сюда. Все остальные ребята сели. И будем смотреть, что же у нас приключится с папой. Вы-то не боитесь? Считаем. Страшно было? Нет, очень. Ребята, скажите, а у вас еще остались желания? Да. А вы когда-нибудь читали сказку про Аладдина? Да. Ну, кто же там желание исполнял? Кто исполнял сказки про Аладдина? Желание? Нет. Кто же в лампе-то волшебной жил? Жил, конечно. Ребята, ну лампы у нас, к сожалению, нет. Зато есть вот такая вот пластиковая бутылка. Что же нам нужно было сделать с лампой, чтобы джин оттуда появился? Потереть. Потереть. Давайте попробуем потереть. Может быть, джин у нас появится. Я тоже хотела. О, ребята, вы, наверное, такие же сумасшедшие, как и мы с Маршалом. Зачем же тереть пластиковую бутылку? Вы что ж, с ума сошли? Давайте лучше попытаемся вызвать джина химическим путем. Сейчас будем добавлять первый секретный ингредиент. И Маша даже надел перчатки, потому что он снова очень-очень опасный. Ребята, а пока джин наш будет вылетать, можно загадывать свои самые-самые заветные желания. Только он у нас очень стеснительный, поэтому быстро-быстро от вас улетит. Желание-то придумали? Взрослые, у вас сейчас есть возможность тоже вспомнить свои самые-самые сокровенные желания. И пока джин улетает, загадывать желания могут не только ребята, но и взрослые. Готовы? Да. Считаем все вместе. Раз, два, три. Джин у нас очень-очень грязный в бутылке, потому что он целых 300 лет не мылся. Смотрите, какой грязный. А вы помоетесь, ребята? Да. Вот тогда вам это не грозит. А еще хочу вам рассказать одну историю. Как-то раз нам пришло письмо, в котором старенькая бабушка нам написала, что пошла в наш ижевский зоопарк и почистила зубы слону. Как думаете, это правда? Нет. А почему? Шутка. Шутка? А почему это шутка? Почему это не может быть правдой, ребята? Животные, думаете, не чистят зубки? Бабы, какие зубки тоже есть, как и у нас. Ну, а вы в нашем ижевском зоопарке были? Да. Живет там слон? Да. Да. Ничего себе! И гориллы тоже? Замечательно! Нет, конечно, в нашем зоопарке слонов нет. Зато есть в московском зоопарке. Вот там наверняка себе каждый день чистит зубки зубной пасты. Думаете, ему много понадобится пасты? Ну, я думаю, очень много, он же огромный слон. Сейчас попытаемся сделать настоящую зубную пасту для слона. Слон у нас доброе или злое животное? Доброе. Тогда давайте сделаем ему красивую зубную пасту. У нас есть два цвета. Фиолетовый и синенький. Какой вы выбираете, ребята? Кто за фиолетовый цвет? Поднимите ручку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А кто за синенький цвет? Раз, два, три, четыре, пять, шесть.
6, 7, 8, 9. Ну что, синенький цвет выбрали, ребята, звездные. Тогда добавляем его. И самый последний ингредиент, ребята, вот представьте, если бы вам принесли не соленый суп, вы, наверное, его выбросили бы в окошко. Да? Или все-таки что-то в него можно добавить, чтобы спасти? Наверное, соль, я думаю, раз он не соленый. И у нас тоже с Маршалом есть соль, именно ее мы и добавим. Ребята, давайте все присядем, чтобы случайно не столкнуться с нашей очень горячей зубной пастой. Все-все займем свои места и посчитаем нам до трех. Раз, два, три! Нашу пасту трогать нельзя, она очень-очень горячая. Ребята, понравились вам эксперименты? Ну тогда еще раз громко-громко похлопаем. Ребята, давайте мы с вами вспомним, что же мы искали в самом начале пути вместе с Машей. Какие-то подарки, верно. Ребята, ну а нам сейчас нужно с вами будет где-то, может быть, вот в той части или в той найти секретный мешочек. В нем и спрятаны наши подарки. Ну-ка давайте все-все-все посмотрим. О, ничего себе! Нашли уже мешок, ребята! Давайте-ка мы послушаем, что мешочек нам скажет. Ребята, мешочек говорит, что нужно пока всем сесть на свои стульчики и немножечко подождать. Все-все присаживаемся. Ребята, пойдемте скорее, будем с вами расколдовывать мешок, чтобы вам подарил нам много-много подарков. Вы колдовать уже научились, да? Ведь делаем с вами магический круг. Встаем все в кружочек. Мешок. Вытянем руки вперед для нашего колдовства. Обе ручки вытягиваем. Делаем очень суровое и серьезное лицо. И будем повторять за мной слова заклинания. Сначала я буду говорить, а потом вы все дружненько. Готовы? Да. Это с очень-очень серьезным лицом. Давайте все вместе. Сим-салабим. Теперь вы. Махалай, махалай! Махалай, махалай! Ляски-масяски! Ляски-масяски! Волшебный мешок! Волшебный мешок! Отдай нам подарки! Отдай нам подарки! Быстро! Быстро! Ребята, как вы думаете, мы правильно с вами попросили? Да! Согласитесь, мешочек? Нет! Что вы к родителям всегда так подходите и говорите, быстро мне давай конфеты. Нет? Какое-то другое слово вы знаете? Конечно, давайте, чтобы наш мешочек не обиделся, мы его жалобно попросим и скажем, пожалуйста. Ну, давайте будем слушать, что же он нам ответит. О, ребята, сказал, отдаст подарки, только если мы с вами встанем в огромный паровозик. Ой, молодцы, как быстро построились. Ребята, мне мешок сказал, где искать подарки. Я сейчас вернусь к вам вместе с ними. Сосиски? А что это такое? Шарики, конечно. Давайте сейчас всем ребятам сделаем из шариков кошечек, собачек или мальчишкам пиратские сабли. Всем по очереди, ребята, друг друга не обгоняем.
мне не похожи. Одна музыка у нас подхожа. Двигайся так, вот так, тон спад. Тут каждому найдется место, повторяй себе. Ты не такой, как все. И пусть никто не поймет, у нас будет точно слышно здесь. Да ты не похожи, я не похожи. Мы не похожи на солят. Ничто не тревожит, сегодня так важно. Просто немного становиться другим. Любят блондинки, любят брюнетки. У меня найдется шоколадные детки. Мне с вами одна бутыль и победки. В космосе на разноцветной планетке. Четыре. Булатик, сядь. На счет три кричим выпускной. Раз, два.